Политик Миронов, монополист. Тот человек, который поведет Россию вперед в болото застоя и стагнации. Я настроен на то, что власть должна меняться. Я не хочу строить капитализм. Я не хочу. Я иду побеждать. Мы не будем вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Мы не будем вводить налог на роскошь. Мы не будем бороться с коррупцией. Мы не будем платить зарплаты. Ни копейки денег нет. Вот столько денежек получить. И не больше. Необходимо менять пенсионное законодательство. Необходимо менять условия оплаты труда. Побеждает тот, у кого либо кошелек толще, либо у кого там есть какие-то связи вверха. Лишение любых льгот, обязательная конфискация имущества, огромный тюремный срок. Обязательно. Люди не находят правды. Такие у нас неразумные, такие глупые, сами не могут проверить, есть ли какие-то, скажем, скелеты в шкафу у тех кандидатов, которые мы выдвигаем. Ворон ворона глаз не выклюет. Да народ у нас не созрел. Народ у нас такой глупый, он ничего не понимает. Свой народ надо любить, как своего ребенка. Да. Считай его быдлом, считай его, что с ним можно делать все, что угодно, через колено перегибать, и тем более, как я уже сказал, брать власть трясущимися руками.